Suicide Squad! Attack! Кстати, возможно, не русские. Ну-ка. Франс. О-о-о. Это что, ты что, контент? Тоже какой-то иероглиф молодой. Ваша очередь. Ты честно трека от травомана, парни. Ё-моё. Да, это Тэтчис. Осталось 5 секунд. Поехали. А, я понял. Не наш товарищ. О, Морфа взяли. Я против Морфа в меду буду, на меня ли стоять, что ли? У этого не пользователя даже нет других псевдонимов, интересно. Да, карту тоже открою. Кто досидел до последнего? Кто дождался контента? Не знаю, нулики мне не нравятся. Вообще не нравится. Один куплю, все. Могу, просто потому, что я мидер. И фейрик. А дальше будет дефолтный билд. Ну просто, может быть, мне это пару-тройку кс пронесет на старте. Это больше даже не ради денег делается, да, а ради экспириенса, который это мне даст. Так, прокси мины. Кстати, можно интересно сделать. Можно сделать интересно. Кстати, да, можно, можно мид нестандартно сейчас постоять. Ну-ка попробуем. Мужик. Тыщ. Поставь в центре туда, иди, сними вард. Я тебя прошу, блять. Не ругайся, я тебя замучу. Чё ты делаешь-то? Хорошо, ты в игру зашёл или чего? Так. Мужик, да. На Леоне. Что ж ты делаешь? Ладно. Нытика нашли, извините, ребята. А, все, чё извиняться-то? Нытика уже нету. Все идет по плану. Давно пойдешь? Нет, не поймал. Хорошо. Саша, тихо. Сколько можно? Че ты в самом деле? Не открывай ее лишний раз и все. Я писать хочу. Ну и чё, я же не смотрю. Странная такая. Так, я тут микроошибку допустил. Но с другой стороны, я перезарядился, потому что у меня все ресурсы кончились, и это нормально. Отлично, 5-й уровень, хорошо. Ну и все, пусть стоит против крипов на Аверке. На Аверке жить легко. Стоять против крипов. В скобочках нелегко, на самом деле. Ты несется, нам уже все хорошо. Первый пошел. Даже пачку не пропустил. Хотя была вероятность. Отлично. Очень хорошо. И самое главное, я не вынужден менять свой плейстайл. То есть, если я играю через ману всегда. Я и сейчас играю через ману, потому что у меня нет необходимости ни с кем кэситься. У меня просто нет такой необходимости. Ну и у меня супер быстрый старт. Конечно же. Плюсом. Он ТП делает, правильно, Верки? И Circle. Ай-яй-яй. Успею занимается, да, успел. Убить тоже успел, хорошо. XP, конечно, не получил. Ну, ничего страшного, это мелочи жизни. Арканы сразу, сразу огоним. Все по дефолту, все четко. Так, кто хочет на мид-линию? Я перемещаюсь на ботом. На рубике можешь выходить на мидл или куда-нибудь. Иди стой линию. Я на бот иду. Ты сюда лечу. Все, я начинаю играть уже в обычного, привычного мне тэчиса, да. Но на 8 минуте у меня полный запак и униженный вражеский мидер. То есть все в ажуре. И более того, я зафорсил на появление сентрей на территории противника. Правильно? А, на миде. Где я не появлюсь уже. Я уже не буду играть. Сломаем. Где-то я убил оракла. Так идет.
Трипл килл. Пойдет ВРка на топе. Сюда никто не идет. Хорошо. Он умер. Он умер. Там сентри встал. У него есть опс? Нет, у него только сентри. Хорошо. Ну, он их везде наставил, опять же. Вот везде их наставил. Подойдет сюда, я его заберу. Забрал. Пойду отрегеню ресурсы. Куплю себе детальку от аганима сейчас быстренько. И выйду уже на топ-линию. Я на топ сейчас приду. Покупаем выдруще. Да-да? Когда мы с тобой поженимся, у нас будет медовый месяц и медовый течес. Или я буду играть на медовом течесе просто весь месяц. Нет, я говорю, на медовом течесе буду играть. То есть у вас отдыха не будет, просто я буду также стримить, но на медовом течесе. А я также буду спать и плакать. Понятно. Красноречиво. Я передумал. Так, кто тут наверху? Оп. Оп. Ибо нечего тут мне. Хорошо. Скоро 12-й. Ляпота. Вот здесь начну минировать теперь. Я просто высасываю из них ресурсы, высасываю из них сентри и смещаюсь. Причем не обязательно на большое расстояние, просто смещаюсь чуть-чуть. И их ресурсы, ну, теряют вообще какое-либо значение. То есть... они вроде бы их потратили, а вроде бы, ну, в том же месте находясь, уже ничего не могут делать. А если бы я стоял, воевал за этот центр там, втыкал свой центр, убивал их центр, ну, зачем мне это? Я не буду там ставить мины, и все. Это гораздо дешевле. Так они потратили 75 золота, и все. А так я бы потратил 75 золота вместе с ними, то есть мы потратили ровно. Ну, короче, от этого не стоит. Просто это невыгодно. Это так. Краткая типка. Ну, ты сейчас геймплей. Ой-ой-ой, на таких же граполях ты фармишь, друг. Не стыдно тебе? Сюда идешь? Сюда идешь. Хорошо. Едем дальше. Ого! Оракл сюда с Эндрю бахнул. Прямо под себя, ничего себе. Вашу нижнюю башню атакуют. Шейкер убивает наверху еще раз. Парни, парни, что же за дела такие? Били Оракла, молодцы. Не. Не бежит, нет. Как ты прыгаешь на шейкере? Ты что делаешь? Ну, держи себя в руках. Что он делает? Что делает? Гем, выбить. Гем взять? Я же не вру. Мы не взяли. Ой, я сейчас умру. Мне с триковором нельзя умирать. Верхняя башня противника. У меня есть вижен, поэтому я не ушел. Мне надо было дальше пройти. Дальше не прошел, это моя ошибка. Надо переходить на другие точки, так или иначе. Все равно надо. Форс я купил. ТП у меня кулдаун. Верка вот с геймом подошла, но немножко поздновато. Верку с худом кто видел? Плюс чат. Я имею в виду в других играх когда-нибудь. Это будет забавная игра. Ну, то есть, вообще, мне, учитывая, как сейчас ошибаются мои коры, нужно брать дэмэдж, урон. Но это неинтересно. Я лучше возьму талант на движение мин. И... все равно шанс победы будет большой. Просто надо будет чуть-чуть больше от моих ребят. Потому что здесь все будут от них умирать постоянно. Просто нон-стоп. Сколько у тебя хп, говоришь, 1200? Идет дальше. Мне не хватает 1200 пробить. Он еще перекачался? Нет, не перекачался.
Отлично. Они без Старка дерутся. Почему-то. Почему, интересно? Старка типа очень мало, поэтому, наверное, он не хочет участвовать пока в игровом процессе. Ой-ой-ой. Ну, слишком много контроля на Вивера. Ну, типа, там шок, что надо делать. Парни, мины вот здесь. Вот тут мины. На них отводите. Вот сюда. Мины ниже, 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 ниже. Все, они там центр поставили. Он подошел сюда, зачем? Ну, он не чувствует рэнш, он не чувствует рэнш мин. Я смог выложил. Продуктивно дело. Почему сразу туда не побежать? Если вы там долго деретесь, они очевидно ставят центр под себя. То есть сразу бегите на мины и все. Они за вами пойдут. Не пытайтесь, когда вы байдите, вести себя неестественно. Видите себя естественно. Отступаете, просто отступайте и все. Они же вас до этого догоняли, и так догоняют. Шейкер очень толст. Уйди, 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 уйди. На мины, на мины, на мины. Давай, 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 давай. Надо было глубже заходить, чтобы они через... должны были бежать через все это. Слышь, еще один. Упор. Ой. Я умер. Эх, эх, эх. Или заденаюсь. А, я заденаялся. Пойдет? Гем, гем, гем. А, все. Не, не заберу, не заберу. Убьют. Тебя сейчас перекач в силу, ты че? Пойдет за ним, нет? Так, у кого гем? У Оракла. Хорошо. Вивер хорошо сплитит. Да, здесь. Можно идти, в принципе, в талант. На движение мин, хотел я сказать. Да, можно, что такого-то. Зачем нужна табличка на тачте? Чтобы прятать мины. Гема мне не видно, да, эти мины становятся. Монстр килл. Это... А, ну да, там же два. Там же два шейкера теперь. Комбинаторы тут, я смотрю, собрались. У оппонентов. Красиво. Забайтил. Ой. Ребята, нам не надо никуда выходить. От мин же надо драться, ну. Ну, вижу, наставлено будущее. Не, нет, там без шансов. Зачем байта? Охо-хо. Оракл? В смысле? А к мне видно это было? Ладно, запинали. Кто у них там вижен? Эх, снова минус стрик. Как можно было? Или я спустился здесь по лестнике чуть-чуть? Я не помню. Может, я чуть спустился по лестнике? Да, может быть так. Его не выпустят. Эх. Тараска на УРке, да, это прикольно. Ну, причем у него 3500 кп, это 7 мин. Ну, то есть, это то, что мне легко поставить, несложно поставить. А он слил 5 костарей, то есть, ни за что, по сути. Тут БКБ нажал, а это Сларк. Как же так? Ну, ладненько, ладненько. Пойдут, пойдут КГ. Байбеков у нас нету, ни у кого. Из павших в бою. Блин, да выгонь. Честно, они решили Аршану пойти, когда они должны заходить, когда у них есть возможность это сделать. Шок. Шок, нечитаемые люди. А, Рингенсфера. Сори. Ошибочка вышла. Морф где-то глубоко в нашем тылу. В
Соло. Мы хорошо подрались на самом деле. Это их так сильно забатило. Пойти на наш хиграунд. А, Шекер не умер. Подождите, да пока не очень хорошо. Ну, а Эгис отсутствует. Как класс. У кого тут нет Линкин сферы? У этой девчонки. У этого Айон диск вообще. У этого ничего нету. Хорошо. Движение устройств. Хорошо. Ой. Ой. Да ты что? Ну нет. У меня только устройства двигаться начали. Не хочу сидеть в таверне, пока двигаются устройства. Все. Всех убили, покрошили. Молодцы. Тихонько вот так выходим. Ой. Мы не против крашеров, я надеюсь, играем. На ядро и сервак не лагает. Так лагало бы, если бы не клали, нет? Че, это реально так работает, что они сервер клопят или нет? По-моему, забудет надо, да, чтобы это работало. Чтобы все работало. Замутьте их тогда все. Привет. Спасибо большое за поддержку. Не хватило, да? Привет. Эх. Вопрос один задан. Пожадничал. Надеюсь на твою адекватность. Что ты выберешь, так, если встанешь перед фактом? Тебя забудет твоя девушка. Но ты помнить все будешь, и вы никогда больше не увидитесь. Не направляй. Либо стать террористом и служить Аллаху. Чтобы защитить адекватность, нужно адекватные вопросы задавать, правильно? Логика такая должна быть. Как он не впитал этот дэмэдж? Ой-ой-ой. Неудачно пошло у нас, неудачно. Зря. Зря напал на выручку. Ну ладно, всякое бывает. Чё по рунам-то, когда они там? Сюда можно, сюда. А это тоже сюда, за компанию. Попробую закрыть сейчас... Ой, они сюда идут? Там вот здесь встану. Нет, 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 у нас Леона нет еще. Уже поздно, да, говорить, наверное? Или нет? А, так они реально отступают. Ничего не понятно, почему? Чего они боятся? Они не должны отступать, у них все нормально. Старк с ультой? Нет, уже без ульты. Все, финиш. Почему так интересно? Ребята, зачем нам это? Зачем нам это было надо? Так, мне нужен морфник, правильно? Он слинкой. Его нельзя форсить. Можно форсить и этого парня, который на шейкере. Он тоже довольно много значит для них. Да, так и есть. На морфе на меня пойдешь, нет? Так, это сделали. Вот так. Да, хорошо. Ну ты же меня не убьешь. Так, что там, ребят? Ну-ка. Шейкер это нет, или уже появился? Законтролил вроде неплохо, но...
не помогло. Снова законтролил. Верхняя башня противника разрушена. Опа. Ну тут крит. Ну нет, ну не криту еще раз. Эх, ладненько. У меня байк, кстати, есть. Они заберут, наверное, Рошану даю. Будет пытаться, нет? Мне вообще есть смысл сидеть на, в таверне? Наверное, нет. Буду минус ставить дальше. Так ты свети жучками-то. Да, забираю. Живут вроде. Шейкер закрыл, но... Отойдите, отойдите. Уйдите просто. Все, все, все. Так, продолжает токсичить молодой человек на Сларке. Кто мне интересен и нужен? Этот парень? Да не особо, наверное. А вот если их много, то да. Кстати, я мог троих убить, если чуть подождал. Было бы, наверное, прикольно. Тут они пушить не будут уже. Старайтесь с ними бэкаться, ладно, если они прям не заходят на хэграунд уже. Потому что мин есть. Там немного здесь, кстати. Насчет чего он выжил, интересно. Или там на БКБ кого-то попал. А, Оракл уже остался жив. Оракл, наверное, подсоел. Кстати, он сейчас здесь умрет на Морфе. За регенка пошел. Можем пушить, кстати. Это смешно. Так, ладно, отвлекся я на лирику. Так. Сюда отводим подальше от него. И можно догнать и попробовать форсить. Как они без грима и оракла смогли умереть? Это же очень странно. Так, это я мины спалил, да? Ну хотя они же не... Так, это грим тут? Да. С хексом. Не отпускаем. Малину не испортил. Эх. Привет. Спасибо большое за поддержку. Неужели он не видел? Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать, если против тебя диско луна? Когда улет спектры плюс ульта луны? БКБ не успеваешь нажать. Линка дает долю секунды. Айони лично не решил вопрос. Да и как таскать столько всего ради одной ульты? Короче, я спокоен обычно. А тут порвало прям. Спасибо. Что такое диско луна? Ульт 3, ульт луны. Если БКБ не успеваешь нажать. Если луна ультует, ты 100% успеваешь нажать БКБ. Там же микростаны. 100% успеваешь. БКБ не требует ничего от тебя в этом плане. Ой. Отлетел. А я не хотел ему пробовать. Все равно не хотел бы его убить. Ладно, у меня на защиту куча всего. Здесь стоит, тут стоит, тут стоит, тут стоит. Здесь криво стоит. Ну-ка поправить надо. Поправить. А, у меня уже откатился бай. Так что мне его хранить-то? Ой-ой-ой. Че, мы погибли, что ли, все? Реально?
Вроде сейвит, что-то нажимает, ничего не понятно. Нет, это, конечно же, такая грязная штука с... Так, боевок есть. А, Вивер. Вивер, ты нам нужен. Если они сейчас нас убьют, мы проиграем игру. Без разницы, ну, там, засплечено, не засплечено. Ну ладно. Так, не нападайте на них, ладно? Держите позиционку. Вивер сплитит, все, не трогайте их. Они в трон идут, Вивер. Вивер, ты нам нужен, они идут в трон. Он меня замутил, что ли? Леон с баем умирает, мой бэкается. Хз. Я что-то вообще не согласен с тем, что он там насплитил. А где Сларк? Вот все. Они просто в трон будут. Они просто в трон. И, по-моему, они не смогут, если не ошибаюсь. По крайней мере, морфу надо бы в форме морфа это делать было. Какая-то мемная игра, конечно. И они им драться надо было. Им драться надо было, а не в трон. И морф без шейкера. Быстро, быстро, быстро. Только здание, только здание. Отлично. Без этого парня им очень тяжело бы что-то делать. А, какая что ли? По-моему, да. Тут Рубик офигенно кастанул через... и связал, и шейкера украл их СЛМ. Все сделал. Красавчик. Толкнул к нашим. Пусть ее пиликают. Могу позволить прыжок. И перекатить вот стона сразу же. Вроде успел, да, успел. Ой, хо-хо-хо, как ее закрыли здесь. ГГ, ГГ. ГГ. Прикольная игра получилась. Забавная такая. Мне понравилось. Па-пам. Ту-ру-тун-тун. Мне очень понравился Тейч Смит. Прям очень. Это действительно, если играть, как я сейчас сделал, это получается, ну, это полноценная тема. Тебе должны мешать. На лоу-ПТС так не делают. Вот здесь на лоу-ПТС они в пати играли, все равно они так не делали. Они не могли. Ну, то есть, если вы ставите более-менее нормальные линии на сайды, чтобы никто не мог перетянуться с них и помочь на миде, то Тэчис на миде просто выносит, получается. Ну, выносит даже не столько противника, сколько себе полностью все, и потом унижает всю карту уже. Как здесь и получилось, в принципе. Мне очень понравилось. Интересно получилось. Тан-та-тан. Вот у парня какой ранг, да? И почему-то Сларк ему говорит что-то про то, что доиграть не видно. Ну, это капец, какой он токсик, это жесть. Сейчас я его замучу полностью, а то у меня только этот войс. Абсолютно не будьте таким, как он. Ужасный тип человека. Так. 110 тысяч урона, ничего себе. Ничего себе. Круто, круто. Да, конечно, Леон, забей, ты молодец. Все хорошо. Очень много делал. Та-та-та-ра-та-та-та-та. Нифига себе, у меня на творс всю каточку. Ну все, все.